В Дагестане проходят съемки нового фильма Павла Лунгина «Братство». Лента рассказывает о событиях, происходивших в конце афганской военной кампании. В основе картины события связаны с операцией по выводу 108-й мотострелковой дивизии с Чирикарской равнины, которую советские военнослужащие называли «Чирикарской зеленкой», к перевалу Саланг. В массовых сценах задействованы местные жители. Для батальных сцен были привлечены военные. Министерство обороны также предоставило для съемок бронетранспортеры и вертолеты. Завершить работу над фильмом планируется весной следующего года. В прокат картина выйдет осенью.